Затем мы подхватили... На службу в учебное подразделение Туркестанского военного округа Александр Сериндеев заступил весной 1986 года. Там готовили разведчиков для выполнения особых заданий на территории Афганистана, где вовсю велись боевые действия. Служил Александр в провинции Кандагар. Вспоминает ситуацию, когда вместе с боевыми товарищами не только сумел вывести мирных жителей из-под обстрела, но и взял в плен несколько боевиков. Конечно, память о боевых товарищах всегда в голове. И даже сны снятся, это не секрет, как говорится. И от этого уже не уйдешь, не забудешь и учебку, и Афганистан, и ранения, и кровь, и потери боевых товарищей. Это все в памяти. 15 февраля в России отмечают день вывода войск из Афганистана. Специально для Александра в этот день служащие Центрального военного округа провели парад, где устроили реконструкцию самого памятного боевого эпизода ветерана-интернационалиста. Был продемонстрирован один из эпизодов, один даже из элементов боевых действий, где участвовал наш ветеран, да, афганской войны. Попытались воссоздать, и как бы по его оценкам все было как бы на уровне, все сделали правильно. Для имитации боя на плац вывели два бронетранспортера БТР-80, задействуя все его орудия. Стреляли, конечно же, холостыми патронами. В завершении реконструкции ветераны проводили торжественным маршем под военную музыку. Для этого в бригаду был специально прикомандирован военный оркестр Самарского гарнизона. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.